Существует около 40 разновидностей перцев разного вкуса и цвета, от стандартных до самых необычных. В этом видео мы расскажем вам о некоторых их разновидностях, чтобы вы могли выбирать, какие перцы посадить в вашем огороде. Начнем со всеми знакомого болгарского перца. Разновидность агаповский. Плоды крупные, гладкие, в биологической спелости цвет красный. Средний вес 115 граммов, толщина стенки в разрезе 6-7 мм. Вкус сладкий, ароматный. Хорошо подходит для фаршировки мясом или употребления в свежем виде. Далее рассмотрим перец богатырь. Детище 90-х годов, перец темно-красного цвета, гладкий, имеет вытянутую форму, он подарит вам достаточно богатый урожай. Перец рамира, один из самых сладких на вкус плодов, название говорит о его итальянском происхождении. Размеры достигают 10 сантиметров, вес 150 грамм, имеет продолговатую форму, из-за чего его можно спутать с острым перцем. Отлично подходит для салатов. Перец аврора чили – очень красивый куст перцев. От степени зрелости зависит цвет перца, поэтому одновременно куст может пестрить разной палитрой цветов. Плоды длинные, он имеет мексиканское происхождение, поэтому имеет жгучий вкус и подходит для любителей остроты. Перец аллигатор – плод крупный и имеет темно-зеленый цвет, вес около 250 грамм, на вкус достаточно сладкий, хорошо подходит для применения в салатах и для консервации. Вот всего несколько видов перцев, которые могут украсить ваше огород и порадовать своим вкусом. Острые и сладкие, крупные черри, вытянутые и округлые – выбирать вам. На любого гурмана найдется свой перчик.